А сейчас об эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. На территории Брестской области выявлен положительный тест на COVID-19 у человека, который находится под наблюдением, как контакт первого порядка в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы. Согласно официальной информации, по состоянию на 17:00 1 апреля случаев заболевания COVID-19 на территории Пинского региона нет. Всего под наблюдением находится 140 человек. За истекший период снято с наблюдения 60 человек.